В Грузии сегодня вступит в должность новый президент Саломе Зурабишвили. Инаугурация пройдет в городе Телави на востоке страны в бывшей резиденции царя Ираклия II. На церемонию приглашены около 2000 гостей, в их числе представители 55 государств. Оппонент Зурабишвили на выборах президента, сторонник Михаила Саакашвили Григор Вашадзе, сегодня проведет в Телави мирную акцию. Напомню, политик не признает результаты второго тура выборов, на которых он набрал на 20% меньше, чем победительница. Thank you.